До Нового года остается меньше месяца. И в преддверии праздника, в первый день зимы, в Люберецком центральном парке торжественно зажгли гирлянду на новогодней ели. Это дало старт губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Наша съемочная группа побывала на первом предновогоднем празднике. Вот и наступила зима. Долгожданный Новый год не за горами. Первое праздничное мероприятие состоялось в Центральном парке. Профессиональные артисты для мальчишек, девчонок и их родителей разыграли интерактивную сказку. Действие на сцене развивалось по классическим законам драматургии. Символ Нового года – тигруля вместе со снежинками. Звали Деда Мороза со Снегурочкой, а пришла Баба Яга. Она спрятала волшебную кнопку, без которой гирлянду на елке не зажечь. Дети помогали тигруле, танцевали так, что никто не замерз. А Баба Яга перешла на сторону добра. Добрым волшебником выступил и глава округа Владимир Ружицкий. Он поздравил с началом зимы всех присутствующих и помог ребятам позвать Деда Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Слышу голоса! Дедушка Мороза! Слышу я сквозь леса! Вижу яркую звезду, и на свет ее иду. Затем вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и всеми детьми совершили главное чудо этого вечера. Раз, два, три! Но на этом чудеса не закончились. Жителей города радовал праздничный салют. Затем дети вместе со сказочными персонажами водили хоровод вокруг яркой красавицы и фотографировались на память. Начало новогодним праздникам положено. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.